Всем привет! Часто, когда человек впервые обращается к Богу, его сдерживает целый ряд вопросов. Услышит ли меня Бог? Как сделать это обращение правильным? Какие слова подобрать? И вообще, есть ли у меня моральное право обращаться к Богу, если я такой грешник? Возможно, у тебя тоже есть такие вопросы, и я очень хотел бы помочь тебе разобраться в них. Прежде всего, молитва – это не обряд или ритуал. Это просто искренний разговор с самой близкой, родной личностью во Вселенной. С Богом можно поговорить так просто, как со своим другом, не подбирая умных фраз и не подыскивая каких-то правильных выражений. Ты можешь просто открыть ему свое сердце и знать, что он тебя никогда не осудит и никогда от тебя не откажется. Самое главное в молитве – это искренность. Быть таким, какой ты есть. Часто мы также думаем, что к Богу нужно приходить только тогда, когда случилась какая-то проблема. Мы думаем, что Он — это просто палочка-выручалочка. Или, по крайней мере, не думаем, но относимся к Нему так. На самом деле подумай, если бы у тебя был такой друг, который звонит тебе только в тех случаях, когда у него проблема. Насколько искренние такие отношения? Когда мы обращаемся к Богу с просьбой решить наши проблемы, Он хочет большего. На самом деле Он видит, что корень наших проблем – это наш характер, наше сердце, и Он хочет изменить нас самих. Для нас очень важно знать, что Бог – это добрый Отец. Откуда я это знаю? Так говорит Библия. Она показывает нам его как папу, который слышит каждый крик своего ребенка и всегда готов прийти на помощь. Поэтому там, где ты есть, в тех проблемах и переживаниях, в которых ты сейчас находишься, ты можешь просто обратиться к нему своими словами и знать, что он тебя услышит.